184 курсанта первого курса Уральского института государственной противопожарной службы 2 сентября принесли присягу сотрудников МЧС. В торжественной церемонии, состоявшейся на площади Советской армии, приняли участие глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. По традиции, присягу родине будущие пожарные спасатели принесли в присутствии своих близких и родных. Также церемонию посвящения прошли кадеты. 38 воспитанников кадетских классов дали клятву верности будущему делу. Сегодня очень важный и торжественный день. Вы начинаете свой путь в сложной и благородной профессии, миссия которой – спасать жизни и здоровье людей. Ваш выбор заслуживает глубокого и искреннего уважения. Сотрудники МЧС ежегодно приходят на помощь десяткам тысяч уральцев, борются с последствиями природных катастроф и техногенных аварий. Это почетный, тяжелый и самоотверженный труд. Четкая и эффективная работа областных служб МЧС надежно обеспечивает безопасность людей, сохраняет стабильность в обществе, формирует чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Правительство Свердловской области стремится оказать спасателям необходимую поддержку, сделав их работу безопаснее и комфортнее. Ежегодно закупается современная техника, оборудование, средства защиты и снаряжение. Строится новое здание для размещения пожарно-спасательных подразделений. Неоценимый вклад в укрепление кадрового потенциала вносит Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России. Это одно из старейших и авторитетных в нашей стране учебных заведений в сфере пожарной безопасности.